Это наш мальчик овчарик. Он, конечно, уже, ну, я не могу сказать, что весьма почтенного возраста. Ему порядка там лет, наверное, 7-8. Он у нас 2 недели пробыл в потеряшках, но, к сожалению, его никто не ищет. Судя по повадкам, вряд ли находился у кого-то в квартире и гулял на поводке. То есть, скорее всего, это был либо вольер, либо просто во дворе он бегал в свое удовольствие. В вольере сидит совершенно спокойно, поэтому, скорее всего, все-таки содержание было вольерное. Адекватный абсолютно собакин. Ни на кого из нас не швырялся. Потому что были такие случаи, когда потеряшки были, ну, неадекватные. А этот такой хороший пес. Просто он взрослый уже с каким-то сложившимся своим характером. Ну, как бы это тоже надо учитывать. То есть, если забирать, то куда-то в вольер, потому что им управлять достаточно сложно. На поводке по улице, наверное, не погуляешь. Ну, либо одевать строгий ошейник и хоть как-то его